Всем привет! Гонка героев на связи. Сегодня я спешу поздравить одну девчонку. Ее зовут Стеш. Вы офигели? Можем хоть поздороваться со всеми? Стеха, тут, короче, слушок прошел, что у тебя намечается днюха. Нифига мы офигели, блин. Что, дохуя людей пришло, да? Да. Тебе не нравится? Да в смысле, вы ничего не сказали даже? Да заебали. А ты что думал, а тебе сразу раз... Мы с Стешей не сказали, мы тебе сказали еще месяц назад, что мы к тебе придем. Вы сказали, что вы придете, но что вы сегодня придете, вы не говорили. Чего ты без лифана? Ты чё, мать? Не можно. Короче, меня заебала эта камера. А можно мне тоже колпачок? Дай на нос колпак. Я хочу, чтобы она на нос одела. Дай на нос. Одела ее. Ты открывай давай, короче. Я тебе с днем рождения. Я хочу пожелать тебе гармонии. Чувствуй этот мир всем своим сердцем. Слушай его. Никогда не ошибешься. Ты что мне нос снимаешь-то? Ну нет! Стеша, мы с мастером Медведем поздравляем тебя с днем рождения. Стешенька, поздравляю тебя с днем рождения. И ночами отбивает, шкеру прижимает, а я мучаюсь от боли. Со своей рукой в фотографии в альбоме. А тебе нам не помнят, а тебе. А я желаю тебе, чтобы тебя никогда не покидала мотивация, чтобы ты доводила до конца все свои задумки. Почаще выбиралась на тусовочки, вы бегала с нами на марафоны, а то ты что-то забила на них, не бегаешь нифига. А что я? Она смотрит, не приехала. Монечка, человек от ЧР2. Да. Да. Поем. Я буду рэпчик читать. Капелюш. Бля, где басы? Да бог у нас соседи, я так говорю. Если б на латыках хочу, да, я тебя. Ничего не отсылося, бля. Что вы поете? Да фальшивили. Да похуй. Ну и самое главное, Стешенька. Будь, пожалуйста, счастлива. Обещаешь? Ой, бля. Что начинается? Все, она. У тебя обнимает замечательный, душевнейший человечек, и я желаю, чтобы все всегда у тебя было хорошо.